В своем рассказе первый биограф преподобного Сергия Радонежского Епифаний Премудрый сообщает, что будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился в селе Варницы близ Ростова в семье боярина Кирилла и его жены Марии. Днем рождения игумена земли русской называют 3 мая 1314 года. Спустя 700 лет в этот день в Петербургском храме в честь преподобного Сергия Радонежского на Средней Рогатке состоялось архиерейское богослужение. Рассказывает Ксения Ксандинова. Средняя Рогатка – исторический район на юге Санкт-Петербурга. Здесь располагается церковный комплекс. Храм во имя преподобного Сергия Радонежского, храм во имя великомученика Георгия Победоносца, часовня во имя царственных страстотерпцев и церковь Рождества Христова, в которой была совершена божественная литургия в день рождения преподобного Сергия Радонежского. Богослужение возглавил архиепископ Петерговский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии и заместитель председателя оргкомитета празднования 700-летия со дня рождения преподобного Сергия в северной столице. Например, под молитвенное предстательство преподобного и богоносного Сергия игумена Радонежского, который родил о единстве русских земель, который мирил князей, вдохновлял на борьбу с иноземными захватчиками, сегодня для нас является особенно необходимым, востребованным, важным и промыслительным. Из храма Рождества Христова люди проследовали крестным ходом Сергиевский храм, который был построен на одном из островов Среднерогатского пруда в конце 90-х годов прошлого столетия. Он выдержан в стиле древних псковских церквей. Здесь владыка Амвросий напомнил собравшимся о трагических событиях 1919 года, когда в Троице-Сергиевой лавре совершилось вскрытие и поругание святых мощей преподобного Сергия. В то время многие люди со слезами на глазах продолжали верить. Они не могли остановить злодеяния и смотрели с ужасом на тех, кто смеялся и предавал святую церковь и отечество. В Сергиевском храме было совершено молебное пение с акафистом у ковчега с частицей мощей Радонежского чудотворца. После молебна крестным ходом все участники праздника вернулись в храм Рождества Христова. Мы не должны позволить, чтобы нас снова лишили веры, чтобы ее изменили до неузнаваемости. Мы должны воспринимать все происходящее через призму той благодати, которая дается человеку в ответ на его подвиг, на его верность Богу, на его добро, правду и дела. В честь празднования юбилейного года всем присутствовавшим на богослужении были подарены книжные издания с акафистом преподобному Сергию Радонежскому и иконки с его святым образом. Мне очень радостно, что соединяется наша земная церковь с торжествующей церковью на небесе. Верю в Святую Троицу, с которой Сергий преподобный Радонежский и осуществлял с этой верой и с любовью, осуществлял свой подвиг на земле и нам передал, и передает молитвенно это духовное оружие. Дни памяти преподобного Сергия издавна почитаются православными христианами. Наряду с этими датами в этом году Православная Церковь необычайно торжественно отмечает и день рождения святого. Главные торжества 700-летия преподобного Сергия пройдут 18 июля в Москве в день обретения мощей и 8 октября в Петербурге в день представления святого.